просто беги, спасай себя. Я говорю, просто нормально. Я говорю, просто жену. Ой, а как я буду жизнь так прожить, если знаете, что уронила ребенка, то я дальше пойду. Я не знаю, потому что у тебя было от страха, так подумал, или как это называется, момент. Вот мне вручился святой знак. Я и ребенка прошу. И тогда было принято решение поменять, боясь потом. Зеленые крыши, потом заброшки пошли. Так, вот двухэтажный дом.